Добрый день, Владислав Владимирович. Расскажите, пожалуйста, вот сегодня обсуждались вопросы поддержки семей, и вот, знаете, вот такой вопрос на поверхности. Регионы будут из своего бюджета оказывать содействие, или же все-таки речь идет о федеральном бюджете? В том числе из своего бюджета. Я приведу пример. В Калужской области у нас за последний год два раза увеличился размер средств, выплачиваемых из бюджета, в качестве пособий как раз для семей с детьми, с миллиарда до 2 миллиардов рублей. И мы считаем это очень важным. Поскольку люди оказались в ситуации, которая требует вмешательства государства, регион здесь не может стоять стороной. Мы обсуждали вопросы более широкие, чем просто поддержка семьи с детьми. Мы вопросы обсуждали вопрос борьбы с бедностью. И в данном случае можно и нужно иногда делать выбор, что важнее, дать людям рыбу или дать удочку, которую эту рыбу можно поймать. Одним из успешных проектов, которые сегодня реализуются и которые, на наш взгляд, требуют поддержки, является социальный контракт. Это выплата, позволяющая семьям, оказавшимся в трудной ситуации, либо найти новую работу, либо заняться индивидуальным предпринимательством, открыть личное пособие хозяйство. И мы поддерживаем такой подход. Мы считаем, что такие выплаты необходимо индексировать, необходимо увеличивать и дать большую самостоятельность регионам при определении конкретных условий участия в этой программе для